городской шум, 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 не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус. Учурда жаштар арасында городской шум деген саптар кеңири жайылып, анын аткаруучулары кыска мөөнөттүн ичинде популярдуулукка жетишип отурушат. Малышка Би деп аталган бул чыгарманын аткаруучуларынын бири Нурбек Сабитахунов өзгөчө бийкечтер үчүн кызыгуу жаратат. Андыктан бул ирет биз Нурбек мырзаны маекке тарттык. Ал эми интервьюнун орду коомдук транспортто болгону сизди таңкалтып чыгар. Азырынча жаш ырчы өз унаалуу боло элегине байланыштуу троллейбус, автобус, кадимки маршруткадан аны көрсөңүз таңкалбай эле коюңуз. Вас узнают на улице, у вас просят автограф. Совсем-совсем. Шучу иногда. Но я не знаю, может быть, не так часто, как... И, ну, допустим, однажды так получилось, что... с группой выступали в одном из заведений города, и после одного отделения подошел паренек в шапочке и разговаривал с нашими музыкантами, и видно было, что они знакомы, что они друг с другом где-то раньше пересекались. Я подошел к нему, тоже представился, Нурбек, и он пожал мне руку и сказал: меня Мирбек зовут. Очень приятно. Хорошо поешь, отлично. Я поблагодарил его, и мы разошлись. Мы дальше пошли на работу, а он, видимо, он отдыхал. Потом только мои музыканты мне сказали, что это был Мирбек Атабеков, с которым я познакомился. Поэтому, в принципе, ничего такого удивительного, когда на улице тебя не особо узнают. А у вас, наверное, есть девиз по жизни? Делать одно доброе дело в день. И тогда и жить приятнее становится. И не зря тратишь свое время. Так давайте вспомним вчерашний день. Ваше доброе дело. Молочко и сосиски для бездомного котенка. Нурбек Сабитахунов эки бир туугандын уулусу. Апасы тышкы иштер министрлигинде иштегенине байланыштуу жаштайынан эле чет жерге көп чыкчу. Ал тургай жылдап Америка, Англия сыяктуу өлкөлөрдө жашаган учурлары болгон. Я был слишком маленький, чтобы меня оставить дома с бабушкой или с кем-нибудь, поэтому мама всегда брала с собой, с братиком. В Штатах, в основном в Штатах мы жили 6-7 лет. И как оказалось, очень положительно повлияло на мой кругозор, мировоззрение и на мое развитие. И музыкальные вкусы, в том числе и музыкальные вкусы. И играли клипы Майкла Джексона, Питера Гейбриэла. А я оставался один дома, смотрел. И так как никого не было рядом, я позволял себе брать веник или что-нибудь. У меня очень такой странный стиль выступления. То есть я, если проникнусь, а это бывает очень часто в живом звуке, когда я слышу, как сочетаются звуки клавиш с электрогитарой, потом снизу такой кочевый бас и барабаны. Я не знаю, в моем внутри что-то просыпается, и я начинаю совершать сумасшедшие вещи. Так вот, однажды на выступлении группы в одном, опять же, заведении, после так долгого вступления, песни Майкла Джексона «Триллер», она же такая страшненькая песня, долгое вступление. И как раз таки после этого интро идет. Я выпрыгиваю со сцены, падаю на пол, приземляюсь на брусчатку, и одна дощечка, она подо мной прогибается. Я сломал дощечку, сразу убежал обратно на сцену, как ни в чем не бывало, и дальше петь. Вы в одном из своих интервью заявили, что
я процитирую: «Я не хочу петь на нашей эстраде. Они отключат микрофон и заставят петь под фонограмму». Часто вам приходилось, наверное, сталкиваться вот с таким обстоятельством? Я все-таки держу такую наивную надежду, что с принятием недавно закона, запрещающего выступать под фонограмму, все-таки постепенно мы сможем немножко не то чтобы менять культуру, да, а быть честнее по отношению к зрителю. Но судя по тому, как и в России даже не собирается никак с этим бороться, то это будет и для нас тоже сложно. Я совсем недавно слышал, что вот эти выступления на Первом канале, всякие голубые огоньки, новогодние вечера, там же видно, что Лев Лещенко выходит, да, у него микрофон на полметра от его рта. Или там вообще девушка без микрофона стоит, а ее голос такой громкий-громкий. Откуда? Как так получается? Я не знаю. Однажды мы пришли на выступление, я пришел со своей гитарой. И, как оказалось, да, я пел параллельно с плюсом. Оказывается, я пел параллельно с плюсом. Этот человек мне не сказал, что они, кажется, дали какой-то диск. И тем более, что гитару не подключили. Не получилось. Микрофон, главное, был включен. Так что пока чуть-чуть не отключали микрофон. Пока не отключали. Я знал, что эта цитата как-нибудь вернется и меня заднее место укусит. Ал эми ырчынын жеке жашоосу тууралуу болгон кеп көпкө созулган жок. Учурда жүрөгүм бош, дейт каарманыбыз. Ал эми кандай кыздар жагат десем? Кокетливых, но в меру. В меру. То есть, если уже немножко зашкаливает, да, то уже не глуповато получается. И даже не важно, стройные блондинки или брюнетки, высокие, низкие. Красота, внешняя красота все-таки ценится. Как бы мы ни говорили, что мы любим ценить внутренний мир. А где вы видите свое будущее? То есть, опять же, за границей или в Крыму? Через 2 минуты я вижу свое будущее в этом троллейбусе. Мы сейчас переедем в перекресток и остановимся на остановке. А что будет через 5 минут, я даже не могу сказать. Негизиле Кыргызстанда чоң сахнага жашыкчы Супердин супер концертинде аттанганын айтат. Себеби Нурбек Савитахунов акыркы 3 жылдын аралыгында Лондонда жашап, өткөн жылдын март айында гана Кыргызстанга кайткан. Партнеры были люди, тоже электрогитаристы, солисты были, барабанщики, и я там тоже создал акустический квартет. У нас была банда в Лондоне. Мы успели не только выступать в Англии, мы успели даже по Испании сделать. Так почему же вы покинули этот свой квартет? Пришло время все-таки у себя на родине создавать подобное. Создавать, не бояться, креативничать. Она называется Yellow Blue Bus. У меня была огромная мечта создать живую команду, когда я вернулся из Лондона в Бишкек в марте 2011 года. Я решил все-таки осуществить эту мечту, и благодаря связи с Салтанадо Шировой, солисткой из группы «Элец», другим связям с музыкантами, я смог собрать команду All Stars, команду профессионалов, команду таких талантищ Бишкека и Кыргызстана, которые у нас остались, и очень горжусь. Никакой фонограммы, никаких прописей, никаких компьютерных делишек. Сами, своими руками. У нас уже достаточно попсы, слащавости. Не в плохом смысле этого слова, а уже эта ниша заполнена. Можно сказать, даже переполнена. Поэтому я думаю, стоит забить некую другую нишу. Учурда жаңы креативдүү топ жаңы чыгармасынын үстүндө кызуу иштеп жаткан экен. Маектеш отуруп, тез эле Нурбек Савитахуновдун аялдамасына жетип калыптырбыз. Ошентип, жолдо болгон маегибиз да аяктады.